Друзья, всем привет! Сегодня готовим очень вкусные грузинские лепешки мчади. Они делаются из кукурузной муки, и я уже привыкла есть их иногда вместо хлеба. Очень вкусные! Для начала берем глубокую миску и наливаем в нее газированную воду. Важно, чтобы вода была сильно газированная. Затем туда же добавляем кукурузную муку. Кукурузную муку просеивать не нужно. Немного солим, добавляем растительное масло и все хорошенько перемешиваем. Тесто должно получиться довольно густое и хорошо склеиваться. Если вы видите, что тесто у вас слишком жидкое, добавьте еще немного муки. Если слишком густое, добавьте еще немного минералки. Теперь формируем лепешки. Столовой ложкой зачерпываем немного теста и ладонями формируем вот такую вот красивую круглую лепешку. Это напоминает процесс лепки сырников. Думаю, сырники точно все когда-нибудь делали. Вот такие лепешки у нас получаются. Теперь берем сковородку и разогреваем ее на среднем огне. Сразу добавляем растительное масло, оно должно хорошо прокалиться. В разогретое масло выкладываем наши лепешки и жарим с двух сторон. До красивой румяной золотистой корочки. Аккуратно переворачиваем и жарим лепешки с другой стороны. Посмотрите, какие они золотистые и красивые. Теперь выкладываем наши лепешки на бумажное полотенце и даем немного стечь маслу, чтобы они не были такими жирными. Я еще не была в Грузии, но, насколько знаю, такие лепешки там пекутся в специальной печи, а мы просто делаем их на сковородке, потому что специальной печки у нас, к сожалению, нету. Лепешки пока убираем в сторону и берем сыр сулугуни. Нам нужен именно сыр сулугуни, ни в коем случае не адыгейский. Адыгейский сыр я тоже очень люблю, он безумно вкусный, но для этих лепешек нам понадобится именно сулугуни. Нарезаем его на небольшие кусочки, вот и кису пришла, она очень любит у нас сыр. Выкладываем лепешки на тарелочку и украшаем сыром. Готовые лепешки очень рекомендую посыпать свежей кинзой. Посмотрите, какие они красивые. Вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Приятного вам аппетита!